подарок городу, подарок Одинцовцам. Так характеризует выставку «Посвящение любимому городу» в КСЦ «Мечта», безвозмездно предоставившего свои площади под выставку работ мастеров искусств, живущих в Одинцовском районе. Весной здесь уже экспонировались работы юных художников, воспитанников детской школы искусств «Классика». Теперь художники решили пригласить на выставку будущих своих коллег, ведь выпускники ИЗО отделения школы «Классика» постоянно поступают в профессиональные художественные учебные заведения. Потому для них проведена специальная экскурсия. Все, что уложили авторы в свои полотна, переживания, идеи, искания, они постарались донести до гостей экспозиции. Часть работ – результат творческих пленэрных поездок за рубеж и по России. Декоративность, карнавальность, игра в живописи Натальи Евсеевой, свобода многоплоскостного восприятия мира в произведениях Геннадия Дубровина, мощь эмоций в цвете и линии в работах Татьяны Васильевой, легкость, воздушность, мозаика мира, графические листы Екатерины Ушановой. Париж, вот каким вот я его увидела, вот таким вот, и кто-то тут и венцо выпивает, сидят на берегу. А самая левая работа, это Новоистринский монастырь, куда мы каждый год ездили со студентами на летнюю практику. Вот там один студент в цветах там спрятался. Вот. Ну, попытался выразить ощущение праздника. Тема работ Александры Пшеничниковой – история родной Одинцовской земли. Здесь, недалеко, вот не доходя до Кубинки, буквально 3, наверное, 4 километра, здесь были остановлены фашистские войска в 41-м году. Сегодня у одинцовских юных художников имеется уникальная возможность знакомства с новыми техниками, филигранным мастерством линогравюры безвременно ушедшего художника-иллюстратора Ивана Хохлова. Сделал на каждый цвет свою доску. То есть это была колоссальная еще работа, да? Или мастера Богородской резьбы по дереву Ярослава Аршинова. Пытаюсь сохранить нашу самобытность. Вот, потому что все-таки Богородский промысел, Сергиевская, Старобогородская резьба – это все-таки одна из вершин нашей такой национальной самобытности. Конечно, и юные художники, посетители услышали и практические советы. Что можно выражать чем? Да, акварель, там с темперой, просто гелевая ручка, на том не бумага и маркеры. Не важно, каким цветом вы будете маркером работать, главное передать ощущение этого места. Художник счастливый человек. Тоже своим ученикам постоянно говорю, у вас есть преимущество, удивительное преимущество. Ведь человек, не каждый может себе позволить смотреть на дерево, восхищаться поэзией, его красотой часа два, скажем, да, но не так вас поймут. Но если ты художник, у тебя есть прекрасное оправдание. Равнодушными не оставили работы единственного в Одинцове мастера изготовления авторской куклы Станиславы Песковской. Это интерьерные куклы, большие. Материал паперклей, он же пластик самозатвердевающий. Встреча одинцовских художников и воспитанников школы «Классика» – первая в истории сообщества одинцовских художников и, очевидно, не последняя. У меня появилось несколько вопросов, которые бы я с удовольствием хотела услышать. Это, например, как художники вот улавливают эту условность, абстрактность в работах и воплощают ее. Мне очень понравился художник, который вот рисует такие простые бытовые вещи, России именно, ее какие-то недостатки, возможно, минусы. Но надо учиться ценить то, что нам дано, и находить в этом что-то прекрасное. Меня поразили цветы акварелью. Они выполнены, как я поняла, в технике по-сырому, но как передана вся легкость, вся красота этих цветов, меня это просто поразило. Выставка потрясающая. Выставка действительно профессиональная. Мы увидели здесь настоящее искусство. Я не побоюсь этого слова. Почему? Потому что это действительно работы, на которых можно учиться. Детям моим очень понравилось. Мне, например, тоже очень понравилось, потому что вот это действительно искусство, которое учит, которое побуждает творить. Расположенная в витринных окнах культурно-спортивного центра «Мечта» и на галерее второго этажа выставка «Посвящение любимому городу» ждет гостей, любителей искусства. Вход свободный. Ольга Винтер, телекомпания «Одинцова».